Материалы дела об избиении руководителя Черновицкого городского отделения оппозиционного блока Руслана Тулика передали в Генпрокуратуру. Напомню, оппозиционера избили 10 мая возле местного аэропорта. С сотрясением мозга и ушибами Тулика доставили в больницу, где он находится и сейчас. Нападавшими якобы руководила депутат от самопомощи Ольга Кобевко. Сегодня на сессии облсовета она обвинила потерпевшего в клевете. Сами оппозиционеры сессию бойкотировали. При этом обе стороны обратились в правоохранительные органы с просьбой провести независимое расследование. Руслан Тулик винен, визначений як постраждалий, справу передано до Генеральної прокуратури. Заява КВОЛа відбулася в сесійному залі обласної ради. Ми це оцінюємо як тиск на суд, тиск на слідство.